В Дании создали велосипед без цепи. Датская компания CRMX Speed на выставке Eurobike 2018 представила рабочий концепт велосипеда со скоростной трансмиссией Driven, у которого отсутствует цепь. Датская компания CRMX Speed представила рабочий концепт велосипеда со скоростной трансмиссией Driven, который не имеет цепи. Об этом в субботу, 14 июля, пишет Укринформ. Разработчики утверждают, что эффективность новой трансмиссии составляет 99%. Новая трансмиссия представляет собой разновидность вальной велосипедной трансмиссии и предполагает возможность переключения скоростей. Тяговая и вытяжная звезды выполнены в виде дисков с зацепами на одной из плоскостей, равномерно распределенными по кругу. Разработчик уверяет, что трансмиссия рассчитана на передачу мощности более 1000 Вт. Для сравнения, во время обычной гонки средняя мощность, развиваемая велогонщиком, составляет около 250 Вт. Трансмиссия Driven проходит начальный этап испытаний. Как она будет работать во время дождя и при загрязнении, будет выдерживать перепады нагрузки, пока неизвестно. Ранее британская компания 50 Cycles презентовала электровелосипед Тоубы, который умеет генерировать криптовалюту. Также в Польше создали электрический ретро-байк под названием V1. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.